Сейчас вы увидите ролик фильма «Человек-паук вдали от дома», но если вы не видели «Мстители. Финал», остановитесь, потому что в ролике много серьезных спойлеров. Ну а если видели... Ну, какие-то свежие эмоции закрытия третьей фазы киновселенной Марвел. Что дальше будет со всем этим, со Старком, наследие Старка? Ожидаем какой-то небольшой интриги, может быть, чего-то связанного с Мстителями, последними, предпоследними. Хорошего такого подставы. Подставы хорошие. В плане подставы. Мамочки, да? Ну, понимаешь, будет подстава от Марвел какая-нибудь. Ну, например, ждешь, что все будет хорошо, а в конце Тони Старк умирает. И что я чувствую? МДЖ, я... Человек-паук? Нет, с чего ты взяла? Да вроде, это и так понятно. Возьму. Фильм отличный просто, мне очень понравилось, да, спасибо. Но весьма неплохо. Захватывающие, классные спецэффекты, классный аттракцион. Зона 8, в принципе, неплохо, классно было. 8? Все-таки не так, не такой сильный сюжет, но интересно, я думал... Ну так, более-менее нормально. Из 10 сколько? 7. Чуть не хватило. Чего? Тони Старка. Так, фильм очень сильно понравился. Муауася. Прям, вот он вечно держит тебя в каком-то ожидании. То есть там любовная линия, очень много отсылок. Очень много крутого. Хорошо. Из 10 баллов сколько? 7.5. Ну, совсем не разочаровала. Ну, вообще прям очень понравилось. Из 10 баллов сколько? 9.5. Вначале показалось, что слишком много уже магии стало в этих фильмах, а потом они исправились. Понравилось. Немножко затянуто было в середине, но отличные спецэффекты. Прям приятно все летело в глаза. Мне понравилось, ну, где-то... Ну, 7-8 из 10. А вам как? А мне надоели супергеройские фильмы, но, в принципе, на один раз нормально. Из вот 10 так. баллов сколько? 6.5. Баллов? Из 10 баллов, да. Ну, ой, 2 из... есть, наверное. 2? Ну, наверное, есть, да. А что 2? А чего так близко? Давайте к носу еще. Возможно, ты не готов, но это мой священный долг. Человек-паук. Вдали от дома.